587 контейнерных площадок установят в Кирове до 15 октября. Большинство из них уже заняли свои места на улицах и во дворах. Но кировчане от них не в восторге. Контейнеры не помещаются на площадках, плохо заезжают в них, а в некоторых дворах и вовсе не нужны, считают общественники. Почему, выяснила Елена Шарыгина. Установки благоустроенных контейнерных площадок жители поселка Новый ждали долго. Раньше баки стояли прямо на обочине под снегами, дождями и прочими прелестями нахождения под открытым небом. Поэтому аккуратным, огороженным, а главное крытым платформам люди сначала обрадовались. Но, как оказалось, площадки и контейнеры так и не начали совместную жизнь. По крайней мере, на улице Дубинина. Здесь, на новой контейнерной площадке, мусорные контейнеры ни разу не бывали, они стоят рядом. Во-первых, перед площадкой большая колея и мусорные баки с маленькими колесами сюда физически не затащить. А во-вторых, сами коммунальщики говорят, что им удобнее забирать мусор с дороги, а не с площадки. В других дворах контейнеры, видимо, тоже не хотят новоселья. На улице Солнечной, у дома 55, новая площадка построена прямо напротив старой, которая, в общем-то, выглядит вполне прилично. Таких адресов немало, рассказали в ОНФ. Активисты даже объявили сбор информации о подобных новых площадках для накопления мусора. Базу собрали не маленькую, несколько десятков. Претензии разные. Рыхлая почва вокруг. Из-за этого контейнеры плохо заезжают на платформу. На улице Стахановской баки помещаются только боком с открытыми крышками. Но самое частое наблюдение – новая площадка соседствует со старой, вполне пригодной. Как мы выяснили, проведен аукцион на устройство более 500 контейнерных площадок. Да, их необходимость есть, но вот когда напротив еще находящейся в удовлетворительном состоянии площадки появляется новая, у жителей возник вопрос, для чего мы тратим бюджетные средства. Стоимость вот всех этих работ по устройству контракта – это 30 миллионов рублей. В администрации города пояснили, старые площадки никуда не денутся. Их будут использовать для крупногабаритных отходов. Кроме всего прочего, около новых мест сбора мусора будут высажены кустарники. Интересно, как это будет сделано на улице Советской. Эти мусорные контейнеры раньше стояли здесь, на бетонных плитах. И вместо того, чтобы именно это место оградить забором и сделать крышу, рабочие начали строительство новой контейнерной площадки прямо на проезжей части. Всего до 15 октября в Кирове должны оборудовать 587 новых контейнерных площадок. 495 уже установлены. Также в администрации города заявили, все точки сбора мусора соответствуют всем требованиям, санпинам и прочим характеристикам. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.